посмотрите на этих рыбок. Бурдачок у вас. Смотри, маленькие рыбочки. Bak yukarıda da şeyler var, ne güzel oturacak yerler. Aa evet. Dağının içinde. Zehra gitti. Zehraşka hiç ne okur. Ой, смотри, плывут рыбки. Смотри. Иди сюда. Да, сюда иди, да. Они хотят. Нет, они, конечно, не хотят идти к нам. Вон, смотри, сейчас они будут кушать. Смотри, смотри, смотри. Видишь? Хлеб кидают, они кушают хлеб. Сейчас принесут хлеб, мы тоже бросим. Здесь жарко, папа. Вон там сядем, где папа сидит. Вкусно, Зейра? Масло кушает моя дочь, смотрите. Молодец! С хлебом, хлебушек тоже кушай. Или вот с булочкой. А, мы в итоге этот, возле моря не сели, мы сели вот это, в саду, потому что там жарко было. Завтрак? Почти уже съели. А, баба? Завтрак мне очень понравился, прям очень. Он был и вкусный, и очень много было всего. Мы не смогли доесть. Мои малосарики. У нас под столом там собака лежит. Она всю дорогу там лежала. Мы старались, чтобы дети не заметили. Она так и лежит там. Лежит, будьте себе спокойны. Аккуратно, Зехрашка. Вот здесь еще одна спит. Папа пошел расплачиваться, баба. Все нормальные люди днем спят. Дети, точнее. А вот это вот чудо идет с мамой. Точнее, мама идет с ней. Зейрашку уложила спать, папа уже спит, а сам отказался категорически. И, конечно, мне тоже спать нельзя, не светит, если сынок не спит. И мы идем в магазин, пойдем купим продукты. Пойдем, иди сюда, Слава. Сегодня, кстати, у нас праздник в Турции, 30 августа. День образования Республики Турции. Вообще день возрождения Турции, самой как страны республики. Праздничный день, ну, я не знаю, может, где-то кто-то празднует, так прям празднования такого не вижу, просто выходной день. Мы уже дома, кстати, там. Уже дома. В гостях хорошо, а дома лучше. Куда идет Асланчик? В магазин. В магазин идет. А что ты купишь в магазине? Фрукты. Хорошо. Овощи, фрукты, правильно. Асланчик будет выбирать, да? Кстати, он помогает выбирать. Хозяйственный мальчик.
Они вместе сейчас ходили в магазин с папой, купили йогурт и жвачки, все, что эта принцесса захотела, папа купил. У Асланчика мультики, он 2 дня не смотрел мультики вообще. 3 дня точнее, сегодня уже 3 сутки. Как вы поняли, мы ждем нового члена семьи. Мама, открой еще. Дай папе, папа откроет. Папе дай. Папа откроет. Пока кидать не надо, дай нормально. Он массажем занят. Верный паж принцессе Зеерашки. Şimdi Zehra'da. Hayır Zehra'da şimdi. Şimdi aslanda. Al arabayı, tut arabayı. Tut arabayı. Hop. 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 Bir de. Hop. 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 Ayaklarını acıcıklar. Lan geç otur Zehra da. Hadi gel. Hadi hoppa. Oo. Oo. Hep direkten dönüyorum. Otur otur bir dakika. Otur şimdi Zehra. Zehra otur oraya. Zehra. Şşşt. Kavga edersin hoppa. Что ты маме приготовила? А что именно ты приготовила сегодня? Это папе. Это папе? А, вон та часть папе. А это что за еда? Это яичко. Яичко? А кто яичко снес? Курочка. Курочка. Курочку как зовут? Курочка ряба, наверное, снесла золотое яичко, да? Господи, что они тут делают? Это наш пластилин. Его отсюда фиг нормально достанешь. Не турецкий юнхамур. Наш как раз российский. Который не высыхает. Они его запихали. Тетуся! Застряла, конечно. Кто его туда засунул? Я. Ты. А доставать кто будет? Это. А, ну эта штука, ну давай. Шумовка, по-моему, это, да? Или что это у тебя там? Это мошка. Сегодня мы в садик не пошли. Сегодня мои детки со мной дома. Даже Зеряшка? Обалдительно. Не упадет, солнышко. Если ты ее на пол не бросишь, она не упадет. Если ты бросишь, конечно, упадет. Ай! Ай! Ну ты же бросила. Носик чешется.
тебя обнять. Ну сюда, куда тебя же, он оттуда телефон снимает. А если ты туда пойдешь, не будет снимать. Теперь тебя не видно. Не видно тебя, только маму видно. И сюда иди, тебя будет видно. Ты что делала, мартышка маленькая? Язык показывала, да? А. Это. Не делала. Что не делала? Что не делает? Волосы не делает. Что не делает? Волосы не делает. Волосы не делает? Это не делает, это не делает. Будет бегать, будет утром спать. Спать будет. Будет бегать, будет. Ты будешь обижать кисю? Будет она спать. Она спать будет. А ты будешь кисю обижать? Вот так не будет. Вот так не будет, да. Как спать. Ты... Гладить только. Мама, я кися. Это кисин дом. Да, это кисин дом. Да. Где твой брат, Ира? Он летит. Идет. Да, я посмотрю. Да, да, я посмотрю, что здесь происходит. Оба. Асланчик, мамина, тебе спать места нету, да? Да. Давай я одежду уберу. Здесь же Зейрашкины юбочки, шортики, а ты на них залез. Давай, солнышко. Да, да. Да, да, конечно. Сейчас мама уберет, если ты так хочешь здесь лежать. Это мишки. Сюда наверх переложим. Это мишки и это мой. Это мой. Все твое, да. Я хочу поиграть. Подожди, баба. Да, я хочу, я ее поиграю. Поиграйте. Если бочку, и я ее. Возьмите, поиграйте во что хотите поиграть. Если бочку, и я ее. Возьми и собачку, возьми и лялю возьми. А это одеяло где бывает? Кровати мои. Ну, на кровати бывает. А почему оно валяется? Ты тоже спать хочешь. Ты тоже хочешь спать? Да. Ты не упадешь отсюда? Давай. Бай-бай. Ты спишь, да, здесь? Очень удобно, наверное, даже. Закрывать? Да. Хорошо, я сейчас этих мишек на место положу. Удобно? Да. Это тоже закрывать? Да. Ну хорошо. Этот что там ноет? Что случилось? Ты, а, Ляля плачет? Да. Ты Лялю успокаиваешь, да? Молодец. Ее надо кроватку. Кроватку надо ее, да, положить? Ты в свою кроватку положи ее. Угу. Она же долго не будет здесь сидеть в закрытом пространстве. Я же знаю свою дочь. Ну что? Аккуратно, аккуратно, слезай, аккуратно. Вот так. Закрывай. Все, молодец. Одеяло, вот твое одеяло. Укрыть хочешь? Укрой, конечно. Опять плакать. Вот, опять плачет, да? Может, ей водичку надо дать? Принеси водичку, бутылочку с водичкой принеси.
Спать хочет, да. Соска, где ее? Вот. Сейчас Аслан водичку даст. Не эту, с этой бутылки она не умеет пить. Она вся водичка на нее выльется. Зеленую бутылочку возьми. Да, да. Надо. Я принесу бутылочку зеленую. Короче, пускай занимаются своей лялей. Эту мишку ты взяла, да, солнышко? Ты играть с ней будешь? Мама, я на сусле надо бутылочку. Я же ее только набирала недавно. На кухне, наверное, мама оставила ее. Мама водичку набирала вам. Да, набрала и оставила здесь. На, солнышко. Синуля. На. Пожалуйста, мы ждем. К нам Кися должна приехать на этой неделе. И все будет нормально сегодня, ну, завтра уже. Пьет, да? Это этот от Мишки твоего волосики. В ротик не бери, Мишку. Попила, да, она? Опять плачет, что ли? Покачать надо, наверное, и сосочку дать, да, чтобы не плакала. Опять. Ты в ротик не бери свою мишку, не будет. Это от мишки вот эти волосики падают. Ой, я горки. Горки.